кстати. Но опять сталинский ампир. Наши родители знакомят нас всех с таким явлением, которое называется игрушка. Вот.
Словно сказкой видит, в небе правду зашла, расцвела в сорок тысяч, людям радость принесла. Конечно. Уни, руки, крик целиком, счетчик, словно тяпка. Пейте, пейте, фестивали целый день. Всех на ярмарку зовем, мы игрушки продаем. Вестульи, индюки, яркие петухи. Кокошники, няня, на руках Ваня. Спасибо, сказывай сказку для радости жизни. Ты, как душа у народа, красива. Ты, как и люди, служишь отчизне. Вот это чудо-фестиваль! Всем на удивление! Стал он праздником большим! Двух сердец соединение! Вот так, да, вот так. Прекрасно закончилось выступление сельского поселения Селковское. Сегодня все узнают, как матрешка хороша. Наша русская матрешка. Семьи, символ и душа. Но матрешка просто класс. А в семье вот и лав. Эй, матрешка, выходи. Эй, матрешки мои, все сестренки удалые, попляшите-ка для нас яркие и заводные. Thank you.
за все. Простите меня, долгинка малая, на землю